Ёлка, это отношение, подстёгивать никогда не надо. То есть порой идет движение, доходит до икоты, бывает такое. Но что порой надо и другим людям. То есть, чтоб не было на то и щука, говорят, чтоб раз не дремал. Так вот, роль этой щуки у нас выполняет Марина. Она всех нас гоняет. И вот чтоб у нее этой энергии, этого движения хватало надолго еще. Правильно, Володя. Вот это я думаю. Чудесно вас. Да. Ты двигалась и двигалась. Аплодисменты всем остальным. Поплодисменты той, ну, сейчас будем делать так. Мы познакомимся всех со, и как правильно сказать? Со. Со. Зарядкой. Зарядкой, которую вы делаете с утра. Ну, что мы не делаем? Мы, пожалуйста, все поднимаемся. Ну, вот. Да. И самое главное, повторяем то, что она делает, потому что потом мы будем выглядеть так же красиво, как она. Я вон там. Ядро картошки сказали, я не знаю. Так, что нам надо делать? Нам надо вытянуться. Потянуться. На цыпочки, да? На цыпочки, на цыпочки давать. Вы уже на цыпочках. На цыпочках, да. Тарелку, салат не надо. Тарелку, тарелку не надо. Так, потянулись еще так, и так, и так. Так, чтобы все упало вниз, чтобы еще съесть можно. Да. И потом погулять с собачкой. А кто бы собачкой? А собачки выдавать не будет. Ну что, кого-то нет? А кто бы выдавать? А сейчас я обещаю, что больше никого. Твоя Гурин, ты Чанеса Оксин. Больше никого вызывать по одному не будем, можете отвечать откровенно. Скажите, пожалуйста, кто из вас когда-то в жизни ехал без билета? Ну как заяц. Вот человек, который никогда не проезжает зайцем. Ну честный, да? Так это из органов полиции, сюда Фомин. Выездной бесплатный, да? Большое спасибо. На вас держится вся экономика. Можем выйти за честных людей. Скажите, пожалуйста, а кто из вас на работу или куда-то еще по делам едет на велосипеде? А ты, А кто на машине едет? На машине, этот стол побольше. Скажите, пожалуйста, кому было такое ситуации в своей жизни, что у него на ногах правильно, я говорю, Кая, вы согласны с этим, ну, рваные чулки. Кому из вас это было? Надо подарить тогда. А я еще спрашиваю, кому сейчас такое
такое делал? Нет. У вас есть, я скажу, что у всех есть, потому что есть дырки, куда ноги всунуть. Скажите, пожалуйста, кто из вас очень любит лук? Ну, свинку, кушать. Супер. Здесь нет кто. Кто любит чеснок? Держи ручки, держи, держи. А те, кто любит, что сосед ел чеснок? Я не правильно, но вам все равно. Главное самому нажать чесноку. Вечер все равно. Следующий вопрос такой. Кому было в жизни такая ситуация, что такой напиток, напиток, который называется водка, получилось пить из горлышка? А кто из вас пишет вообще не пил? Типа, кто из вас пишет? Есть кто пишет? Молодцы. Пожалуйста, сейчас все вместе. Скажите, пожалуйста, кто из вас любит пить? Тира. Пир. Кто из вас может и сейчас ручки себе поближе, сделаем как вопрос, и все вместе будем петь. Если нравится тебе, то делай так. Yeah.
Я на все песни дам Айна Стриша. Сейчас, пожалуйста, немножко опять я на ксинхронку в этой. Поставим своих дорогой живой. Сейчас Нет, ну он рядом стоит.
исторический. Да, постановка. А где остальные? Там не настоящие. Как я чувствую? Лида, там... Ну вот. Белые дамы, посмотрите на них, улыбнитесь. Да, действительно улыбнитесь. Сейчас на целый миг я их отдаю всех им. Я счастлива, я сейчас пойду, я не скажу где, но совсем... Арви семью с клопахой, пойдем. До свидания. Я приглашаю вас, мальчики, до свидания. Пойдем только. С вами? До свидания. Что за секреты? Может, сесть там, может. Я. Лудзо. Да, Кто там Ты снял.